Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. У меня имеется реле Blitzwolf, и им я не мог управлять Алисой. Дело в том, что одно из лучших приложений, как я считаю, это было, по крайней мере, до сегодняшнего дня, я смарт, и у меня не было к нему никаких претензий. То есть управляются все приборы. Все четко, Алиса управляет. Но занеся сюда Блицвульфовское реле, я его видел, но не мог управлять им Алисой. Вроде как авторизуюсь, захожу, все делаю, но... Отсутствует подключение к интернету. Это у тебя отсутствует, у нас нет. Вот. После чего я стал искать и нашел такое приложение, как Digma Smart Life. Выглядит она вот так. Главное, что теперь это все видно в Алисе. То есть, когда мы заходим в наши приборы, наши устройства, ну и добавлял я как обычно. То есть на плюсик нажимаем, другое устройство, в поиске ищу Digma. Digma Smart Life. И вот вы видите, да, обновить список приборов. Ну и первый раз я, естественно, должен был войти под своим аккаунтом. То есть сейчас это, если нажать, то он новых приборов не найдет. Даже пишет что-то там. Лампочки и так далее. Ну, то есть это совсем уже другое. Сейчас все работает. Все работает, слава богу. То есть... Так, теперь давайте... Так, а я для этого должен видеть, да? Давайте все-таки зайдем. Дигма. Алиса, включи гирлянду. Включаю. Так, а почему у нас было включено? Онлайн не отражается. Алиса, выключи гирлянду. Выключаю. Да, то есть все вот так вот работает. Ну, еще раз для проверки. Алиса, включи гирлянду. Включаю. Алиса, выключи гирлянду. То есть все четко работает. Ну и вторую релешку, когда я хочу ее запустить на два светильника, прикроватные в спальне, чтобы управлялись, ну, Алисой можно было сказать, там, включи левый, включи правый, включи мамин, включи мой и так далее. То есть это, ну, это уже другое реле, оно там поддерживает два устройства и также поддерживает расход электроэнергии, можно смотреть. В этом нет. Это самое простое, самое обыкновенное. То есть, вот, кстати, его я рекомендую как, ну, наверное, самое простое решение для ваших умных девайсов. Это самое простое решение для включения с помощью Алисы. То есть, вот такое. Если вам видео это было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Будет много интересного. На этом все.